В селе Ленинское Каинского района прошел областной турнир по казак-кюрюсе. Соревнования посвящены памяти известного тренера и педагога Руслана Уркешева, внесшего вклад в развитие национальной борьбы в нашем регионе. На состязаниях среди юношей 2009-2011 годов рождения побывала и наша съемочная группа. Руслан Уркешев – один из тех, кто внес большой вклад в развитие национального вида борьбы в нашем регионе. Руслан Сагандыкович в свое время тренировал не только любителей, но и готовил ребят к выступлениям на профессиональном уровне. Перед началом турнира к присутствующим обратился спортсмен-ветеран Бауржан Кульжанов. Руслан внес большой вклад в развитие казак-кюрюсе. Он всегда добивался своего и был хорошим примером для подрастающего поколения. Его воспитанники участвовали на каждых соревнованиях в области. В соревнованиях участвуют около 120 ребят из школ города и районов области. Бороться они будут в 9 весовых категориях. Среди почетных гостей соревнований – чемпионы Азии Нуркажак Айпанов и Жанарбек Кабдолов. А еще чемпион турнира Кызылжар Борисы Мухит Турсынов. Адам далдыга тартасыңдар биринчи өздериңиз. Таких соревнований должно проводиться гораздо больше, ведь с каждым разом, когда спортсмен выходит на ковер, он получает все больше опыта. Я думаю, что эти ребята через определенное время смогут выйти на свой максимум и будут бороться за титулы чемпионов. Турнир прошел на высоком уровне. Для каждого из участников увидеть перед собой выдающихся казахстанских спортсменов – большая радость. Соревнования проходят достойно. Каждый выкладывается на максимум. Хотелось бы, чтобы таких турниров было еще больше. На этом турнире все показывают хорошие результаты. Сегодня мы увидели вживую наших земляков-чемпионов международных соревнований. Каждому участнику хочу пожелать красивых поединков. Большое спасибо всем, кто организовал этот турнир. Благодаря развитию спорта мы получаем большие возможности, чтобы в будущем стать чемпионами. По словам организаторов, в следующем году они планируют расширить масштабы соревнований и пригласить команды из соседних регионов. Илья Кудряков, Амрия Акбатай, Анатолий Белонок, служба новостей.